Спортивная акробатика – один из самых популярных и зрелищных видов спорта. В Слободском, к тому же, самый массовый. Заниматься в этот зал приходят маленькие горожане, начиная для общего развития. Самые упорные, трудолюбивые и талантливые в плане мастерства растут с каждым годом. Ездят на соревнования. Для нас этот год был очень непростой, потому что выезжали мы очень много раз в этом году на первенство России. Поэтому ребята работали, старались, выступали. Были у нас как бы и победы, и поражения, как говорится, всяко бывает. А малыши вот тихонечко подрастают, тренируются, стараются. Смешанная пара у нас в составе Старцева Кирилла и Плишкиной Дарьи. Мы ездили 2 раза на Россию. На одной России было у нас 2-е место, а на другой России мы заняли 3-е место в финальных упражнениях. Не так давно практически все, кто выступает в этом зале, участвовали в соревнованиях в Котельниче. А здесь отчет перед родителями, как отработали учебный год, чему научились и чего достигли. Говорят, для того, чтобы ребенок мог выходить на ковер уверенно и без страха демонстрировать акробатические этюды, начинать заниматься этим видом спорта нужно с раннего возраста. В 4-5 лет тело гибкое и пластичное, оно легко поддается растяжке. А психологических страхов и барьеров по самому минимуму.